выпустим, ребята, кентуху на проводе. И прямо сегодня я взломаю аккаунт ТикТака прямо на стриме. Ребята, чтобы понимали, прямо сейчас, 1 час до стрима, ТикТак ушел куда-то в магазин. Я зашел на его аккаунт, и просто посмотрите, это его аккаунт. И прямо сегодня мы его очень жестко профилим. У него есть керамитголд, у него есть абсолютно все. У него есть куча дорогих скинов. У него, знаете, что даже есть? У него даже есть АВМ Трэшер Хантер. Вот он, смотрите. Я прямо сегодня, ребята, профлю ТикТака. Просто представьте, что же это будет. С вас лайк, подписка, аванса прямо сейчас, потому что, ребята, это будет эксклюзивное видео. Все, ребята, ждем начала стрима ТикТака. С вас лайк, подписка и поехали. 5 minutes later. Ребята, пока что все просто идеально, потому что ТикТак уже начал стрим. И прямо сегодня будем его взламывать. В первый раз, когда я его взломаю, знаете, что я думаю? Я пока что просто поменяю ему ник, я поменяю ему аватарку и выставлю Авик ТХ на продажу. Но что же будет потом, ребята? Вы просто будете в шоке, потому что я буду творить такой трэш. Вы даже не представляете. Все, ребята, держитесь и погнали заходить на аккаунт ТикТака. Так, ну что, ребята, прямо сейчас я захожу на аккаунт ТикТака. Он сейчас стримит, он ни о чем не догадывается. Погнали, ребята, прямо сейчас надо зайти, поменять аватарку и ник и выставить Алик ТХ на продажу. Зашел, аккаунт ТикТака, нормально, звук отключаю, Ай, блин, ТикТак, дай зайти. Ребят, понимаете, ТикТак не дает мне зайти на его аккаунт. Все, ништяк. Быстрее. Пишу. Аккаунт взломан. И меня аватарку. Давайте на какую-то вот такую. О-о. Аккаунт взлом. Меня аватарку. И Авик ТХ прямо сейчас, ребят, выставляю на продажу. За 255 тысяч голды. О, вот так. Все, ребят, ништяк. Поставил на продажу. Все, создал. Блин, и ТикТак меня выбил. Просто представьте, как же сейчас он кричит, как же не понимает, что происходит. Просто представьте. А это Кента ПК решил немножко пошалить. Только не бан, пожалуйста! Он думал, что его забанили. У тебя интернет отключили? Какой интернет? Алло! Я стримлю! Если бы у меня интернет отключили, я бы не мог стримить. Пожалуйста, родная. Сейчас зайдет. Какой взлом? Что вы несете? Давай, братик, заходи. О! Ага, это рофл. Это рофл, типа стоп. Прикол, да? Да, это приколчик, так кем-то пока тебя пранкует. Так, смотрите. Стоп! Бедный ТикТак! Может я, подожди. А, это я оставил такую хрень, наверное, да? Так все, ТикТак не понимает, что происходит, ребят. Прямо сейчас давайте посмотрим реакцию в чате. Пацаны, зачем вы меня палите? Ля, все пишут, это Кент. Ребят, вы чё? Пацаны, мы с вами договаривались. Ребята, пожалуйста, не палите такие видео, я вас прошу. Не надо меня палить. Если вы когда-либо увидите, что я кого-то взламываю, не надо палить то, что это я. Зачем вы это делаете? Мой Авик здесь делает, это первое. Не, никнейм, по-моему, у меня такой был. Я наверное... Может, я что-то видос, но я же не помню. Начинаю ТикТака взламывать обратно. Да, ТикТак, это рофл. Это самый большой рофл в твоей жизни. Блин, ну мне кажется, после этого тебе так с нами дружить не будет, ребят. Это все ради контента. Пожалуйста, лайк, подписка, потому что это очень жестко. Так, захожу. Захожу прямо сейчас. Ребята, просто представьте. Так. Блин, не могу зайти. Все, захожу. Все, ребята, начинаем взламывать ТикТака и будем смотреть на его реакцию. Поехали. Так, ребята, все, я вроде бы как зашел на его аккаунт прямо сейчас. Я хочу купить ему кучу анкомонок. Быстрый рынок. Давай. Анкомонки заказать. Ай, ТикТак, отстань. Блин, я не могу ТикТаку, когда заходит. Все, ребят, зашел. Заказать, заказываю просто 70 штук. За одну голду. Дай, блин, я почти нажал кнопочку заказать. Ребята, как же это обидно. Дай. А ну-ка, заказать. Все, ребята, я заказал 100 штук. ТикТак меня прибьет. Все, ребята, я заказал 100 UMP айронов. Все, я, ребят, выхожу. И мы смотрим же обратно же на реакцию ТикТака. Просто представьте, как же это будет смешно. Так, и давайте ник я ему сделаю. Это взлом. Все, ребят, и ник делаю это взлом и выхожу. Все, вышел. И теперь погнали смотреть на реакцию. Я прошу, пожалуйста, не... Что не смеши, это не смешно! Пожалуйста, я прошу. Ну, пожалуйста. Это рофл, это же рофл. Блин, ребят, все в чате пишут, ахаха. А ТикТак переживает и волнуется. Я тебя буду банить. Кого банить? Не надо, пожалуйста.
Стой, прошу, я прошу, я по-человечески прошу. Я реально прошу по-человечески, это мой аккаунт. Это СО! Нет! Тварь! Вы с аккаунта! Слава, он пришел в моем никнейме! Блядь! С аккаунта, тварь! Что ты делаешь? Что это? Выйди с аккаунта, говорю! Стой, что это? Нет. Он всю мою голову потратил, что ли? На анкомонки? Нет, нет, не всю. Сто анкомонок, сто анкомонок! Ты придурок, зачем? Короче, ребят, какие-то типы уже притворяются мной и пишут: это я тебя взломал, ТикТак! Так, ребят, ТикТак очень сильно волнуется, он очень сильно переживает. У меня есть идея. Давайте его сейчас пранканем. Я сейчас куплю 10 кейсиков и скажу: выбей нож или бам! Просто представьте, как же это будет смешно! Давайте, ребят! Все, ребят, я захожу обратно на его аккаунт. Говорится, аккаунт ТикТака, это мой аккаунт. Все, ТикТак, не волнуйся, все нормально, не переживай. Я-то немножко похулиганю, немножко скинцы продаю и и посмотрим, чем все это закончится. Погнали. 5 minutes later. Ребят, все, я зашел на аккаунт, пишу: выбей нож или минус АВМТХ. Дай зайти! Ох! Выбей нож или минус АВМТХ. И, ребят, прямо сейчас покупаем ему 10 фейбл кейсичков. Все, ребята, погнали смотреть на этот контент. Мой АВМТХ, он хочет мой АВМТХ продать. Потому что мой АВМТХ только что был... Короче, ребята, ТикТак прямо сейчас пишет разработчикам, но он не знает то, что это я. И разработчики ему ничего не сделают. Потому что надо было менять пароль ТикТак, а ты не поменял. Вот так вот. Не смейтесь, пожалуйста, не смейтесь, это не смешно. Просто чекайте чат, все угорают и пишут, что это я. Ахаха, ахаха, это Кен. Выбирай нож или минус АВМТХ. Стоп, стоп, сколько у меня ножей. Считаем. Перчатки! У меня было один. А нет, фух. Фух, вот они, фух. Блин, он ник неправильно прочитал. Он ник прочитал: выбирай минус нож или минус АВМТХ. И он собрался продавать нож. А я-то сделал ник! Выбей нож или минус АВМТХ. 69 ножей, 79 ножей. Ля, у ТикТак такая огромная коллекция ножей. Надо будет парочку ножей с 0.3 продать. Я думаю, ребята, он будет очень не против. Продадим. Подожди, 94 ножа у меня получается. Если хотя бы один нож уйдет у меня из аккаунта, я клянусь! Я найду тебя, чел! Не дай бог, хотя бы один нож уйдет с моего аккаунта. Братан, уйдет! Только не один, а сразу 2 или 3 или 4. Ха-ха-ха! Бедный ТикТак, как же он нервничает. Твою мать! Он кейсы купил мои! Не трогай мою карту! Ля, ты... наконец-то ТикТак прочитал спустя 1000 лет! Не может быть, ТикТак обратно вспомнил буквы. Блин, ТикТак, походу давненько ты не занимался ничем образовательным. Нормально, пацаны. Убей нож или минус АВМТХ. Ты дурной. Я сейчас выбиваю нож, и ты уходишь с моего аккаунта. И я после этого... Ну это мы посмотрим. Сейчас если ножичек выбьет, ребят, можешь и уйдем с аккаунта. А может не уйдем, это мы посмотрим. Это мы, ребят, все посмотрим немножко попозже. Давай, братик, я тебе желаю удачи. Желаю, чтобы тебе выпал какой-то дорогой ножичек. Потому что если он тебе не выпадет, получается у тебя минус АВМТХ. Минус АВМТХ. Я надеюсь, он урофлит меня. Бедный ТикТок уже плакать начинает. ТикТок, не плачь, братик. Все нормально. Это Кент АПК. Решил немножко тебя пранкануть. Ха-ха. Не, ребят, мне так нравится. Все чисто угорают. Ха-ха-ха. О, вот если на превью пойдет, наверное. 8 кейсов, тихо. ТикТок, братик, ну ничего страшного, все смеются. Гораздо лучше же, чтобы над тобой смеялись, чем над тобой плакали, правильно? Ауф. Ох, ТикТок и не везет. Походу, ребята, будем продавать АВМТХ. О, ТикТок даже плюнул, вы видели? Это, походу, он улетанул изо рта. Исторически. Не трогай! Нет, чел, мы поиграем по твоим правилам, но потом ты поиграешь по моим правилам. Если я сейчас выбиваю... Не, я по правилам ТикТак играть не буду. У нас есть только одно правило. Взломать ТикТак как Нуба Галимова, и все! Клянусь, я тебя достану. Брат, я в Полтаве, недалеко. Нет. Пацаны, вот как вы думаете, ТикТак сильно обидится, когда узнает, что это я? Потому что мне что-то так подсказывает, он со мной дружить не будет, ну, как минимум дня 2, а то и 3. Все, ребят, смотрим. 6 кейсов осталось, что делать, я не знаю. Что делать, я не знаю, 6 кейсов осталось. Пожалуйста. Пожалуйста. Мужики, поставьте лайк, подпишитесь на канал, прошу вас.
все, это кобыла. Это кобыла. Следующий пранк будет не очень жестокий. Думал продать АВМ ТХ-03. Но потом так подумал, ну его нафиг, потому что их так потом с ним дружить не будет. Поэтому, ребят, мы просто поставим АВИК ТХ на продажу, да? А вот, например, парочку ножей мы-то, ребят, продадим. Я ему сейчас покажу, как играть своим аккаунтом. Мой аккаунт миллион стоит! Миллион? Я покажу, как. Окей, я поиграю по твоим правилам, но пока потом ты будешь. Блин, ребят, что-то пока что и так и не везет. Даже ни одна легендарка не выпала. Ну все, ребят, походу будем обратно титака взламывать. Уважаемые разработчики, пожалуйста, последний раз прошу вас. У меня сейчас трэш на стриме происходит. Понимаете, у меня трэш на стриме. Если я сейчас с кейса не выбью нож, мне сказали, что мы АВМ Treasure Hunter за 0.03 продадут. Эх, ребят, я давал Тиктаку шанс, но ему не повезло. Но, ребята, обратно заходим на аккаунт. И погнали немножко хулиганить. Все, ребят, я зашел на аккаунт ТикТака, и теперь погнали все продавать. Так, чтобы начать, Фома с Юри. Прямо сейчас за 0.03. ТикТак, извини меня. Все, ребята, продаю. Все, ништяк. Минус Фома с Фьюри. Так, ребят, идемте дальше. Продаю P90 самурай. Просто представьте, сколько я аркан продаю. Ха-ха. Бедный тик-так. Все, ребят, продаю. Дай зайти. Так, все, ребят, продаю. Я продаю твой инвентарь. Давайте мы АВИК ТХ выставим на продажу, чтобы ты так немножко понервничал. Выставлю на продажу за 300 тысяч. Выставлю на продажу АВИК ТХ за 300 тысяч. Нормально, Фомасик уже продал, ребят. Все идет по плану. Так, все, погнали дальше. Погнали. Ха-ха. Так, все, ребят, продаю UMP 45 Beast. Продаю за одну голду. Раз. Ох, ребят, это помогает. Помогает подписчикам. Продаю два. Просто представьте, продаю целый 10 инвентарь. Как же он будет завиться? Просто посмотрите, что я творю. Бедный так. Если вы завидите все это видео, ребят, мне будет попа. Поверьте мне, нереально будет попа. Ребят, давайте его легендарки попродаем. Ой, блин, я просто продаю весь его инвентарь. Бедный тик-так. Тик-так, пожалуйста, не злись, но пойми, это все пранк. Я тебе голду, если что, отдам, пойми имя. Братик, у меня 230 тысяч голды, пойми имя. Я не жадный, я тебе реально отдам голду. Еще есть голда на втором аккаунте, но, братишка, ты не переживай то, что я творю. Скажем так, это все пранк какашка. Я думаю, ты видел такие в ютубе, вот я тоже делал пранк какашка. И какашка в этот раз это я. Ох, ребят, просто посмотрите, что же я делаю. Просто продаю все, что можно продать. Так, чтобы еще продать, я вот думаю. Так, ребята, и прямо сейчас я даже продам один ножичек. Это скорпион Вейл. Вы думаете, что это за ошибка? Меня тик-так просто постоянно по КД выбивает. Продам, ребята, за 300 голды, да? За 300 голды. Ой, блин. Блин, ребята, когда тик-так зайдет, это будет просто что-то с чем-то. Я продал капец, как много его скинул. Давайте эмочки самурай тоже попродаю. Давайте, ребят, продам за голду. Все, ребят, я продал, все. Блин, ребят, я уже продал в инвентаря 1000 на 5 голды. Я выхожу. И прямо сейчас мы смотрим на его реакцию. Погнали! Тик-так уже чуть ли не плачет. Братик, тик-так, пойми меня правильно, это всего лишь видео. Это всего лишь пранк. Ты видишь себя на ютубе, все подписчики посмеются. Братан, можешь меня точно так же разыграть? Я тоже буду злиться, но не сильно. Так, пожалуйста, да давай будем дружить с тобой, потому что мне кажется, после этого видео минус друг. Я тебя найду. Говорит, я тебя найду. Тихо. Кого там найдешь? Смотрите. Ой, да! Ютуб, если что, все хорошо, он просто так шутит. Посмотрите, я чисто продал весь его инвентарь. За 0.80. За 0.80. Блин, братик, пожалуйста, не обижайся на меня. Это кем ты пока такой засранец? Я всего лишь что снимал видео. Пойми меня правильно. Все, ребята, больше мы ничего продавать не будем, потому что тик-так уже просто меня прибьет. Мне кажется, его нервная психика просто вышла из чата. Все, ребята, больше ничего продавать не будем. Все, он продался. Ты что, это продался АВИК? Это АВИК продался? Стоп, это продался АВИК? Не, братик, это АВИК не продался. Это продался твой аккаунт. Бедный тик-так, ребят, ну просто, вот как вы думаете, ну типа, вот по 10-бальной шкале напишите комментарий, вы бы сильно разозлились на меня или нет, ну типа 0 баллов это не, вот такое, типа, это, да, ерунда, а 10 баллов это так, как тик-так, да! 5 minutes later. Так, все, ребят, я зашел на аккаунт тик-така и прямо сейчас, знаешь, ай, блин, отстань, все, ребят, я зашел на аккаунт тик-така и прямо сейчас я покупаю еще 100 анкомонок, давайте, ребят, давайте даже 120 куплю по 0.0.
8. О, идеальненько. Немножко пробустили, немножко пробустили. Пацаны, мне еще очень сильно нравятся подписчики, которые пишут: ты хаслили, вы просто лучшие. Спасибо, то, что помогаете мне пранковать тиктака, вы лучшие. Пожалуйста. Так, ну что, ребята, прямо сейчас тиктак заходит на аккаунт и видит приятный сюрприз. Тиктак купил 100 скинов, опа. Опа, опа, а ну-ка, смотрим. Тварь. Я знаю, что я сделаю. Братик, мы знаем, что ты сделаешь. Ты просто крафт сделаешь и все. Я его приглашу в лобби. Если ты меня смотришь. Если ты меня смотришь. Ой, я применил нечаянно. Я тебя смотрю. Если ты меня... Алкомонгу применил. Заходи на мой аккаунт. Поговорим. Я со второго аккаунта. Давайте, ребят. Тик-так сам написал, заходи на аккаунт. Давай, 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 давай. 5 minutes later. Так, все, ребят, пишу тиктаку сообщение, зайди на Куна Рипер, ща продам за 0.03. Ну что, тиктак, ты готов? Надеюсь, тиктак готов, надеюсь, тиктак готов. Нет, пожалуйста, пожалуйста, не продавай. Не надо, пожалуйста, бро. Так, все, ребята, прямо сейчас продаю Куна Рипер. Тик-так! Минус Кунай Рипер. Все, 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 все. Блин, ребята, честно говоря, мне очень страшно, когда тик-так узнает, что это я. Что же с ним будет? Ну, я говорю сразу, я ему всю голду отдам, поэтому не переживайте, ребята. Я люблю тик-така, он мой друг. Хоть, конечно, и стрим-снайпер голимый, у него мышка не доводит. Ха! Ага, он сказал, что Кунай Рипер. Так, все, ребят. Опа, продал за 0.3. А ну-ка. Все нормально, это все актерская игра, не переживай, YouTube, все нормально, все нормально. Тик-так смеется, он рад, что он избавился от такого ужасного ножичка. 5 minutes later. Я ему отдаю аккаунт, поэтому тик-так, я тебя люблю, обнял, приподнял, все голду дам. Но вы, мои же подписчики, просто прожмите за это лайк, потому что это, наверное, то видео, которое потратил так много усилий, как никогда в жизни не тратил. Потом почини с вас лайк. Обязательно подпишитесь на мой инстаграмчик, подпишитесь, ссылочки в описании. Ребят, всем привет, хотел бы сказать огромное спасибо Кентухе. Вы спросите у меня, чё, тебя только что взломали, издевались над тобой, какое спасибо? Нет, ребятушки, наоборот, я реально хотел бы сказать огромное спасибо Кентухе, потому что такого охрененного трэша, таких эмоций я давно не испытывал. И благодаря Кентухе я реально испытал офигенные эмоции, реально подзавез офигенного онлайна мне на стрим, поэтому реально огромное спасибо, я ни в коем случае на него не злюсь, а наоборот только благодарю его.